Всем привет, с вами Тед, и сегодня я вам покажу свою игру против Зоуна. У нас было две игры, поэтому поехали. Зоун из команды Альфа, ну и Тед, собственно, ваш Тед с Ютуба, наши PvP. Зоун игрок GSL, хочу отметить. Посмотрим на эти классные игры, посмотрим, что мы делали, как они у нас прошли. Вот, Зоун желает мне удачи, я не желаю удачи, как обычно. На самом деле, я тоже ему написал, только в реплее почему-то не отобразилось, ну да ладно. Вот, начало, я думаю, немножко промотаю, тут все достаточно просто и понятно, но все как обычно, если мы набираем соточку лайков, давайте так, и какое-то количество комментариев, давай гайд, я сделаю гайд по тому, как играет Зоун. Да, то есть то, что я играю стратегии, которую вы все знаете. Собственно, мои стратегии, да. А Зоун играет стандарты, красивые корейские стандарты. И по его стилю я могу сделать гайд. Вот рассказать вам, как играют PvP на топовом корейском уровне. Вот. Сразу видим, что Зоун идет в разведку после гейта. Я же смотрю на фотоночки, он это не смотрит. Он просто бежит в разведку после гейта. В принципе, это, с одной стороны, и заменяет ему разведку фотонок. А с другой стороны, дает немножко представление о том, с кем он играет. Потому что я-то все-таки где-то могу его уследить. Он, естественно, со мной до этого не играл ни разу. Без понятия, что я могу сделать, какие примерно мои действия, как я на что реагирую. Вот поэтому он едет в раннюю разведку. И у нас как бы все дальше хорошо начинается. Развивается наше PvP. Дальше идут открытия. Зоун выбирает открыться в двух сталкеров. Я, собственно, вполне с ним солидарен. И тоже делаю два сталкера. Делает третий пилон снизу. Я свой делаю сверху. Решать проверить, в кого я иду. Кстати, хочу заметить, что я вообще не разведываю. В принципе, меня все устраивает. Да, что происходит в этой игре. Решаю не тратить свои силы и энергию на разведку. Вот у Зоуна пробочка тут смотрит за адептами. Но я решаю пойти поразведывать сталкерами. На предмет проксей. Пробежаться вокруг. И потом идти сталкерами ловить, собственно, оракла. Да, то есть по этому билду в ближайшее время будет, кстати, гайд на канале. Вот, то есть здесь я иду дальше, смотрю еще какие-то прокси. Зоун тем временем собирает группу из четырех сталкеров, идет проверять, что же происходит, потому что он ставит Nexus, и ему нужно понимать, что будет происходить. Вот, ставится батарейка, идет он, собственно, вперед. Здесь получается такой классный момент. Он идет проверять Nexus, а я, в свою очередь, возвращаюсь сталкерами, чтобы собраться в одну кучу, и вот эти сталкеры попадают в неудачное, конечно, происшествие. И вот эта вот ошибочка, она будет стоить мне сталкера, потому что я сразу почему-то за ним погнался. Все, потеря сталкера, конечно, это грустно, но не критично. Не критично, пока что меня все устраивает. Зоун, конечно же, понял, что я играю с одной базы, как минимум на данном этапе. И он понимает, что все, время что-то думать. Его пробку я, тем не менее, не пустил. Зоун, в свою очередь, кстати, сделал отличную работу и проверил практически все локации для проксей по своей половине карты. А я тем временем собираю свою группу сталкеров. И, собственно, иду в атаку. Здесь уже готовится пилон и гейт, потому что они были поставлены попозже. А Зоун тем временем разведывает. Видит, что это гейта блинк, понимает, что сейчас будет происходить, готовится встречать, пока что не знает, откуда собирается, где-то между баз, ждет, с какой стороны будет нападение, то есть будет ли это запрыг, будет ли это еще что-то. Он ищет, думает, откуда может ждать угроза. И вот мы встречаемся. Первый сталкер Зоуна падает, второй сталкер, третий не падает, батарейка отхиливает. Четвертый сталкер начинает тоже падать. Он спускает пробок и начинается сумасшедшая война. Но блинк помогает избавиться от атаки пробок. Центри, конечно, жрут сильно. Но здесь сталкеров очень сильно окружили пробки. Очень тяжело. Прыжок вперед. Начинается дальнейшая перепалка между сталкерами. Убиваем еще одного сталкера Зоуна.
который сверху, который снизу, все сталкеры убиты, начинаем фокусить в центре и прыгаем, чтобы пробки не могли ничего сделать, и убиваем абсолютно всех боевых юнитов зона. Тем временем зон готовит иммортала, но здесь на мейне батарейка, которая будет ему помогать, она поможет ему, но мы делаем такой блинк и внезапно добиваем этого сталкера. Нет, не добиваем. Получается очень бесполезный блинк. Мы теряем еще одного сталкера, и наши силы уравниваются. Вот это самое плохо, конечно. У него остается батарейка. Силы уравниваются. Идет довар. Тем временем у зона 3 сталкера. На наших тоже 3 сталкера. Идет контроль блинком. Каждый пытается как можно лучше расконтролить. Начинаем отбивать его пробок. Копить критмассу. Тихоньку вымикривать, но появляется первый иммортал у зона, и он, конечно, даст ему мощей. Красивейший блинк, зон все-таки умудряется переломить немножко исход этой битвы. Продолжает доварпывать новых юнитов. У него есть преимущество по рабочим, и у нас идет микро перепалка. Он уже держит рабочих в своей армии, он понимает, что я в состоянии алына. Красивая микро с обоих сторон, блинки вперед-назад, фокусы сталкеров. Очередной доварп, и сейчас будет последняя атака. Но эта атака уже не ожидает, конечно, успеха, потому что два иммортала и очень-очень красивая блинк микро зона. Последний прыжок, пытаемся профокусить имморталов. Пытаемся профокусить сталкеров, но блинк сталкер плюс иммортал, конечно же, сильнее сталкеров, и приходится сдаться. Вот такая у нас первая игра была. Надеюсь, им понравилось. Прикольная стратегия, прикольная была войнуха. Вот, и предлагаю посмотреть вторую, на тоже мою хитрую стратегию достаточно. И на то, как клево действует зол, на самом деле, обороняясь. Вот, я думаю, конечно, это не сильно спойлер, то, что мы играем Best of 3, и раз у нас всего 2 реплея, то эту игру, к сожалению, я тоже проиграю. Вот, но, опять же, это не будет, ну, можно так сказать, совсем беспомощно, это будет все-таки битва, борьба. Вот, открытие у нас абсолютно идентичные, зон также идет в разведку после гейта, то есть, чтобы понимать примерно, что его ждет, я сделаю все тот же свой билд, стандартненько все. Аккуратно стоим, развиваемся, поэтому эту часть я пропускаю. Здесь, собственно, ничего всегда интересного не происходит. В этом, наверное, есть плюс, когда мы можем прокастить классную игру с реплея и просто промотать вот эти две ненужные минуты, да. Вот. И, собственно, открываюсь я тут в сталкеров, он также в сталкеров, бустит варпгейт, и я тоже буду бустить варпгейт, но чуть попозже. Вот. Здесь же у нас будет сейчас... Первые перепалочки сталкеры. Он находит мою пробку. Но я понимаю, что он может здесь контролировать центр и готовлю ловушку. Он же, в свою очередь, наоборот, спокойно ставит Nexus и отступает. Отступает, собирается, скорее всего, перегруппироваться. Вот, я же готовлю ловушку под этих сталкеров, если они пойдут, как в прошлой игре, на разведку. Вот, но в этой игре, как вы видите, у меня готовится 3 гейт-роба. Обязательно, конечно же, батарейка. Вот, он же батарейку не ставит, он ставит Twilight. И готовим призму. Призму мы пустим. И, собственно, здесь зоум пробкой, которую он разведывал, он ставит прокси-пилон, на который он будет делать довар по адептов, чтобы контратаковать и все такое. Но пилон не успел поставиться, поэтому я его призмой вижу, я понимаю, что это будет. Но при этом я не особо реагирую, я понимаю, что он только строится, он, скорее всего, призмой не заметил. Но он заметил пробкой, что я играю все так же с одной базой, и он идет на разведку. Зон идет на разведку сейчас с интрой. Ой, с интрой. Ну да, с интрой, получается, делает иллюзию оракла. Прилетает, видит, что это триггит призма. Посмотрите на вот эту классную реакцию. Какая быстрая реакция. То есть он понимает, что это триггит призма. Он сразу же подкрепляет гейты, чтобы их нельзя было выключить. И самое главное, подкрепляет их еще батарейкой. Начинает варпать, останавливает пробок. И получается, выводит пробок. Посмотрите, одна пробка вперед, одна сюда. Здесь у него есть пилон. И получается, что он точно видит место, где я атакую, да, то есть он отсюда понимает,
Да, вот эти вот мелочи отличают игроков там 6500 ММР от, собственно, меня 5000, да? Потому что вот эти вот мелочи, он очень быстро принимает вот эти решения и делает. Посмотрите, я его прихожу и показываю, что мы атакуем сюда, вот сюда, где твоя пробка. Он реагирует, начинает идти на меня, но сразу же отходит назад. Он понимает, вдруг это какой-то прыжок или еще что-то будет. Вот. Я делаю шаг обратно вперед. Естественно, он реагирует опять чуть-чуть вперед, пытается подойти. И посмотрите, какая пошла обманочка. Пошла обманочка. Залетает призма, кидает форс-филд на рампу. Начинается до варпы, начинается, как он называется, этот лифт варп призмой. Все юниты стоят, ничего он поделать не может. Здесь рикола, конечно же, нету на этом нексе. Я убиваю первый пилон, убиваю второй пилон. Зум заварпывает. И здесь форсфилд половину юнитов отгребает, получается. Выключаем филды, начинаем микрить юнитов. У нас просто сумасшедший замес на самом начинается. Укусим друг другу юнитов, мы пытаемся убивать центрей. И вот это пилон, он сразу же идет, восстанавливает гейты, аккуратно подставляя пилон. Причем все гейты не получаются, идет микросталкерами. Спасение, короче, атака сталкеров. И вот здесь, посмотрите, вот этот пилон сейчас просто, он врубается и подкрепляет призм батарейку. И сразу же батарейка, она в рендже Нексуса, ее можно будет использовать как супер батарейку. Здесь, конечно же, мои сталкеры проиграли. Зон смог защититься от нашей стратегии. Вот, я в свою очередь, в принципе, покажу дальнейший план. Конечно, я понимаю, что здесь у нас очень проигрышная ситуация, хотя на самом деле она примерно равная, но по рабочим зон будет впереди в ближайшее время. По одной простой причине. У него сейчас два Нексуса их производят. То есть мне Нексу ставить смысла никого нет, поэтому я делаю Иммортала, я делаю несколько зилков и решаю сделать робо-бэй, попробовать зона поместить на Иммортлах. Он же, в свою очередь, блинк сталкерами бегает очень активно по карте, пытается спасать сталкеров и фокусить ключевых юнитов. Таким образом, просто я ничего не могу сделать, к сожалению. Я хожу и понимаю, что он будет так бесконечно бегать и сходить с ума со своими, собственно, сталкерами. Здесь он под иллюзией запрыгивает наверх, начинает убивать пробок. Да, варп сталкеров ничем, конечно же, хорошим не закончится. Да, и шар дизраптора тоже, в принципе, не кинуть по сталкерам. Поэтому пишем GG и выходим. Вот такие вот у нас классные игры вышли с зоном. Надеюсь, вам, собственно, понравилось. Подписываемся, ребята, ставим лайки. И до новых встреч. Вам же я напомню, что соточка лайков под видосом и какое-то количество комментариев гайд. То есть, что я понимаю, что вам не только понравился видео, но вы хотите продолжения, вы хотите понять, как же зон играет, как он умудряется все это разведывать, какие он действия предпринимает, как должны действовать юниты и вообще, что за билд вот этот стандартный PvP-шный, который используют корейцы. Так что будет гайд. Вот. Всем до новых встреч.